к нам все-таки едет леди Сьюзен. Леди Сьюзен Вернон. Она же сущая гадюка. Спешу поздравить, у вас будет гостить самая отъявленная кокетка Англии. Простите за неожиданное вторжение. Какое чудо, просто картина маслом. Сэр Джеймс Мартин, очень богатый и очень прост душой. Какая прелесть, зеленые какашки. Что же это такое? Горох. Не будь моя дочь величайшей дурочкой на свете, она уже была бы помолвлена. Матушка, сэр Джеймс, видно, очень порядочный человек, но брак — это же на всю жизнь. Вот тут я бы поспорила. Знакомьтесь, леди Сьюзен. Это огромная честь для меня. Красив, не так ли? Мил как теленок. Мэнверинг в городе. Вы видели моего мужа? Да чего глупа, ревнует она. Сама виновата, не надо было выходить за столь обаятельного мужчину. Она всегда получает, что хочет. У нее дьявольский дар. Она всех мужчин видит насквозь. Вы обещали прекратить всякие сношения с этой особой. Вы совершили ошибку, выйдя за него. Слишком стар, чтобы вас слушаться, и молод, чтобы сделать вдовой. Я очень рад, что сэр Джеймс посетил Чёрчилль. Чёрчилль? Так вот, как это произносится. А я с детства не мог взять в толк, в честь чего это такое прекрасное поместье прозвали Чёрчиллой. Боюсь, что из-за леди Сьюзен Вернон не видать нам в жизни больше покоя. Рада стараться. Леди Сьюзен? Как смеете вы говорить со мной? Прочь, не то велю выпороть. Возмутительно. Вы не знакомы? О нет, хорошо знакомы, иначе стала бы я так говорить.